Добрый день, друзья! Сегодня мы с Ариашей гуляем по парку. Называется парк «Академический сад». И вот мы тут встретили вот таких вот страшных животных. Вот они какие. Да, Ариаша? Да. Кто это у нас? Вот, а это у нас ивантозавр. Вот, видишь, тут все описание про него. Такое вот чудище. Миллион лет до нашей эры. Вот такие вот ходили. Страшные животные. Так, а вот тут кто-то стоит. Ой-ой-ой. С таким, конечно, встретиться. А лучше не встретиться. Посмотри. Ой, конечно, страшно представить, если бы он был живой. Посмотри его свирепый взгляд. А какой у него рог. Да. Страшно. Посмотри, какой он весь. Какого он размера. Ариаша маленькая. Ну-ка подойди для сравнения. Какая Ариаша маленькая по сравнению с ним. Да, Ариаш, тебе страшно, нет? Нет, не страшно. Не страшно, потому что он не живой. Поэтому не страшно, просто мы вот ходим и смотрим. И нам, конечно же, не страшно. Ой, ну если, конечно, представить себе, что были такие животные, то это страшно. Так, сейчас мы прочитаем. Тут стоят таблички возле каждого этого животного. И можно прочитать, кто это. А это Эласмодтерия. Дальше кто это у нас стоит? Что за зверь невиданный? Я такого видела в фильме «Миллион лет до нашей эры». Показывали. Там такое чудо-юдо. Старяша какая маленькая. По сравнению с ней. Подойди поближе, чтобы увидеть. Вот. Посмотри, Ариаша маленькая такая. Так. Это у нас кто? Тоже тут табличка вот такая вот. Это у нас Олоротитан. Да. Тоже описание. Интересно. Как-то своеобразно поставили вот их. Вот они стоят.